Правительство Чувашии обсудило сегодня изменения бюджета республики на 2015 год. Речь идет об уменьшении собственных доходов бюджета. Оно вызвано уменьшением собираемости налогов на прибыль организаций, налогов на доходы физических лиц, акцизов на алкогольную продукцию и на пиво. При этом увеличиваются плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Также увеличиваются и плановые назначения по неналоговым доходам. Безвозмездные поступления составят почти 700 миллионов рублей. В рамках перераспределения средств дополнительные ресурсы выделяются на строительство спортивных объектов 198 миллионов рублей, на строительство хирургического корпуса онкодиспансера 30 миллионов рублей. Если сложить и вычесть все уменьшающиеся и увеличивающиеся средства, получится, что бюджет республики на 2015 год станет меньше на 300 миллионов рублей. С учетом вносимых изменений параметры бюджета на 2015 год составят по доходам 36 миллиардов 756 миллионов рублей. Рост против первоначально утвержденных назначений на 10% или на 3 миллиарда 388 миллионов рублей. По расходам 40 миллиардов 656 миллионов рублей. Рост против первоначальных утвержденных параметров на 10,5% или на 3 миллиарда 861 миллиона рублей. Дефицит уменьшается на 154 миллиона рублей и прогнозируется в объеме 3 миллиарда 899 миллионов рублей. На заседании обсудили и законопроект о вопросах налогового регулирования, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации. Предлагается расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Подробнее об этом завтра в программе «Республика». Елена Гальперина, Андрей Шоклев. «Республика».